Всех приветствую! Сегодня расскажу вам о бюджетной базе под макияж от корейского бренда The Face Shop. База под названием Air Cotton Makeup Base. База объемом 40 грамм. Симпатичная упаковка. База приехала запакованная в полиэтиленовую пленку. Производитель обещает нам, что эта база под макияж имеет легкую обезжиренную текстуру, которая эффективно выравнивает цвет лица, маскирует воспаление и придает лицу свежий ухоженный вид. Нелипкая обезжиренная текстура подойдет для жирной или комбинированной кожи. У меня база в оттенке номер 2, фиолетового цвета, оттенок называется лавандовый. Фиолетовый тон базы выравнивает тусклый, желтоватый подтон кожи, улучшает цвет лица и делает его ровным и матовым. На упаковке есть точечная перфорация, которая позволяет быстро снять пленку. На самом дозаторе имеется контроль вскрытия. Консистенция у средства не густая, но и не жидкая, средней консистенции. В капле не течет. У базы очень приятный цветочный нежный аромат. За счет негустой плотности распределяется база по коже довольно неплохо. Ну вот, готова вам показать разницу между оттенком кожи там, где база нанесена, и там, где базы нет. А граница нанесения действительно заметна. Ну что ж, по итогам тестирования базы у меня сложилось следующее мнение. Во-первых, данная база действительно устраняет желтизну. А во-вторых, наносить базу следует тонким слоем и необходимо тщательно ее растушевать, чтобы избежать мертвецко-бледного тона лица. Не переборщите. И третье, как и все базы, подозреваю, что это не исключение, и все-таки база может забивать поры. Поэтому, если у вас реактивная кожа, которая реагирует на силиконы в составе косметических средств, то лучше вам эту базу не использовать. В остальном эта база ведет себя, как и многие другие базы. После высыхания она стала абсолютно матовой. Кожа не жирная, не блестит. То есть моя кожа сейчас готова к нанесению BB-крема либо CC-крема. И в целом мне вот этот результат очень нравится. В заключение хочу отметить, что база стоила порядка $2 или $3, и я считаю, что данная цена позволяет экспериментировать и дает возможность каждому попробовать базу в этом оттенке. Я же на этом свой обзор завершаю. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Благодарю вас за просмотры и прощаюсь с вами до следующего выпуска.